Мы бодры, веселы, выспались. И сейчас хреначим на трассу подбирать сопли по машине. Всем здрасте. В общем, вон на фоне японские тачки стоят. Японская сторона. Сейчас докушиваем пирожулю и идем на наш первый брифинг. Колесо 20 дюймов, 285, 35, R20. Просто прикиньте. Там все в лухаре, в карбоне, че кого. На американском стиле, в японской манере. Дудки, хуюбки. Это вот. Пока у нас доделывают машину, сидим, смотрим. Задание. Кавабата прогрелся. Сейчас посмотрим, что он там как жахнет. Санек сейчас ставит еще один соленоид дополнительный, чтобы пуста поднавалить, потому что со сменой турбо больше чем 1.35 надуться не можем. Либо надо пружинку менять в гейте. Сделали один проезд, тачка отрубается в отсечке. Сейчас поднастроились, поедем еще разок, прокатимся. Но верха прям очень жирные стали. А серединка что-то как-то пока не очень. Сейчас Санек нам кое-что подварит и поедем. Саня сварщик охреневшего разряда. Сука, кто там на меня порчу наводит, а? Гад, вот я узнаю в натуре. Когда мы уже поездим-то спокойно? У нас есть первый размот. Sky 32. Мордой. Ну что, как дела? Все видели размот Дайга, да, уже, наверное? В общем-то, после этого, последствия всего-то тут чуть-чуть скотчиком подклеить туда-сюда. Но Тачан в целом целый, да, Андрюх? Лобное место у них. Лобное место. Тачки четкие. Да-да-да. Лобное место во Владивостоке. Там рыкса где-то стоит. Ну, короче, здесь нормально. В какую планету попали? ЧКП апельсиновый, банановый, клубничный. Вареники с картошкой и сыром. Здесь вкусовые рецепторы вообще у ребят во Владике нормально работают.